на ремонте вот такая стиральная машинка Electrolux Intuition. Значит, если посмотреть на модель IMB 1600, значит, какой диагноз, она включается, начинает работать, но не выполняет операцию до конца и останавливается. Сначала хозяйка говорила, что выливает, потом сказала, что перестала выливать вообще. Для начала был снят вся плата. Плата снимается, открывается, откручиваются винты здесь, и здесь снимается коробок. Здесь вот эта клипса, ну и один винт, вот здесь один винт снимается. Проверил целостность. Здесь работают все реле. Проверил семистор включения. Все работает. Но при проверке оказалось, что проблема в чем? Не сливает. Сам насос работает, но слив практически не идет из-за того, что не поступает вода в насос. Пытается качать, но насос не попадает вода. В чем причина? Сейчас все покажу. Перевернул. Сейчас вот на этот бок переверну машинку. И если заглянуть вот сюда, то вот здесь стоит обратный клапан в виде шарика. Откручивается вот этот хомут, и в обратный клапан на него намотала носок. Носок намотала так, что вода даже не проходила. Ну, по чуть-чуть могла вытекать сюда. Поэтому он вроде бы скачивает, чуть-чуть быстрее скачивает, чуть медленнее. Но превышает время, заложенной программой. И она останавливается и дальше не идет в работу. Она вроде бы видит, что уменьшается, или с насосом все в порядке, но вода так и не выкачалась. И она останавливается, ошибка не выдается, а просто пауза. Она просто перестает дальше работать. Открыл, вытащил отсюда носок, и все, теперь все качает. На этом, в принципе, ремонт окончен. Думаю, что клиент будет доволен.